25 сентября во всем мире отмечают День фармацевта. Сегодня эта профессия включена в топ-50 самых востребованных в России. В Люберецком медицинском колледже уже более 15 лет работает факультет фармации. Со студентами и преподавателями учебного заведения познакомилась Луиза Егиазарян. Применяйте мазь 2-3 раза в день до исчезновения воспалительного явления. В детстве Марина Морозова любила играть не в куклы, не в школу, как многие девочки, а в аптеку. Вместо игрушек маленькие коробочки из-под лекарства. Она в роли фармацевта. Сегодня девушка на пути осуществления своей мечты. Учится на 3-м курсе медицинского колледжа. Я люблю помогать людям. Таблетки – это неотъемлемая часть нашей жизни. И многие приходят сначала в аптеку за помощью, когда у него что-то болит, а потом уже к терапевту. В отделении фармации Люберецкого медицинского колледжа сегодня учатся более 200 студентов. Обучение проходит в очной и очно-заочной формах. В этом году факультет перешел на новые образовательные стандарты. Обучение проходит 2 года и 10 месяцев. Раньше на фармацевта учились 4 года. На первом курсе студенты изучают общеобразовательные дисциплины, что дает им возможность сдавать ЕГЭ и потом уже поступать в вузы, например. А на втором курсе и на третьем уже изучают общепрофессиональные дисциплины и профессиональные дисциплины. Основными, конечно, дисциплинами у нас являются лекарствоведение с основами фармакологии, фармакогнозии, изготовление лекарственных форм, контроль качества лекарственных средств и организация деятельности аптеки. Выпускники учебного заведения трудоустраиваются в аптеке, фармацевтические компании, оптовые организации в качестве медицинских представителей. За 15 лет Люберецкий медицинский колледж выпустил около 5000 специалистов. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.